акция Save Donbass People началась в нашем городе Судаке 6 июня. В рамках акции мы собирали гуманитарную помощь для пострадавших людей с юго-востока в редакции «Судакские вести» и в палатке на центральном рынке. Люди приносили консервы, продукты питания, а также памперсы и детские взрослые вещи. На собранные деньги в рамках акции мы закупили медикаменты, которые отправляем в Луганскую и Донецкую республики. Спасибо всем, кто помог. Спасибо. Ну что, судакчане, мы закончили акцию «Помощь Донбассу» здесь на редакции «Судакский вестник». Спасибо всем жителям, которые помогли нам. Мы собрали довольно большую сумму денег. Это более 30 тысяч рублей. На эти деньги мы закупили медикаменты. Сейчас мы это все увозим в Симферополь. Вот данной организации. И будем уже в течение следующего времени отправлять именно помощь туда, на Донбасс. Потому что там это очень необходимо. И если вы будете дальше помогать, у нас все получится. В терцентре. Теперь в терцентре, да. Большое спасибо жителям Судака от общественных организаций «Русская община Соболь» и «Таврический союз». Данные медикаменты мы принимаем для того, чтобы передать их последующим на юго-восток, на ополчение Новороссии, для того, чтобы наши ребята, наши собратья могли защищать свою родину, чтобы мы здесь знали, что мы помогаем людям защитить свою родину, свою землю. Большое спасибо еще раз всем судакчанам от общественных организаций «Русская община Соболь» и «Таврический союз». Спасибо.